Всем доброго времени суток. Набрал я 4000 часов просмотров на своем YouTube-канале. Перед этим у меня была отключена монетизация из-за использования чужого контента. На этот раз я попробовал перед подачей заявки удалить ролики, которые набрали много просмотров. И по моему мнению, там есть чужой контент. Удалил я 3 ролика, а потом подал заявку. YouTube выждал 2 дня, так как часы просмотра обновляются с задержкой в 2 дня, и просто списал часы просмотра, заявку не рассматривал. Всем удачи в подключении монетизации.